С добрым утром. Вот так я встречаю доброе утро каждый день. Я делаю те же самые упражнения прямо в постели. Рубашка шелковая моя. Вместо подушки валик. Видите, валик под... Он очень мягкий. Можно сделать самому. Просто половинка от окружности. Некоторые люди спят на бревнах, но лучше спать на валике. Вот. И эти упражнения помогут вам проснуться, быть бодрым, хорошим, здоровым с Элиной Бьёрне. Так я просыпаюсь.
Потом я делаю гимнастику. И, конечно, в гимнастике много разных элементов. И желаю вам хорошего здоровья вместе с Белой. Она всегда со мной. Будем вместе поправлять здоровье. До свидания.